Знаете ли вы, что игра на скрипке развивает ум и воображение? И это научно доказанный факт. Тембр скрипки гораздо больше других инструментов похож на человеческий голос. И именно поэтому ее звуки могут вызывать у нас самые разные переживания и чувства. Меня зовут Татьяна Курильчик, и отныне я ваш проводник в мир скрипичной музыки. Ты когда-нибудь слышал о таких мастерах скрипичного искусства, как Леонид Коган, Яша Хейфиц или Давид Ойстрах? Конечно, нет, потому что мы с тобой еще не приступили к занятиям. Когда-то эти великие скрипачи передали свой опыт моим учителям, и теперь я очень-очень хочу передать его именно тебе. Я играю на скрипке больше 16 лет, и смело могу сказать, что преподавание – одна из самых удивительных частей моей жизни. Давайте же окунемся в прекрасный мир скрипки. Скрипка может звучать так. Так. Со мной ты сможешь сыграть на скрипке все, что угодно. Все, что угодно? Ну да. Наконец-то. Звонить?